Организатор мероприятия Эдуард Гангадзе, он привык дарить людям праздник и нашел способ делать это, даже когда все находятся дома на самоизоляции. Вместе с саксофонистом Антоном Байдецким он устраивает концерты во дворах и даже под окнами медицинских учреждений. Мне было очень грустно, и я уверен, что люди, которые сидят на самоизоляции дома, им очень-очень грустно, а им одиноко. Такая мысль, фраза прозвучала: карантин закончится, а мы останемся. И я такой: давай на картонке напишем, если ты не против, пойдем во дворах играть. И он говорит: да это вообще супер бомба. И мы уже на следующий день сыграли, записали это все дело на телефон, сделали пост, публикации, и нам ничего ни от кого не надо, просто напиши адрес, и мы рандомно будем выбирать адреса. Конечно же, честно скажу, адреса с большим количеством домов, чтобы я прямо смотрел на карту, чтобы дома были расположены таким образом, чтобы звук хорошо распространялся, там буквой П, либо по квадрату, либо вот так вот, два ряда. Я специально не предупреждаю, куда я поеду, никуда не публикую адрес, куда мы направляемся, просто пускай это будет сюрприз. От сюрприза эмоции.